Ты видел девушку? Я скинул тебе ее фото на телефон. Она шикарная, как тебе? Фигура хорошая, но лица не видно. Да ладно, тебе задница шикарная. Я вижу. А если она уродина, что будем делать? Мы в полном дерьме, ясно тебе? Если мы не выиграем этот тендер, то потеряем все. А ты знаешь, сколько животных убивают, чтобы сделать этот корм? Плевал я на это, Рита. Чика, собака, а собаки всегда были хищниками. Ты не можешь сделать из собаки вегетарианца. Не можешь. Роскошная, да? Роскошная? Это что, шутка? Почему? Ты что, не видишь? Она же китаянка. Китаянка. Совсем немного. Иди ты. Так, что мы о ней знаем? Она сказала, что учится в университете и подрабатывает танцовщицей. А вдруг она не оказывает эскорт-услуги? Мы ждем очень важного гостя. Мне надо, чтобы ты проводила его в отель после ужина и провела с ним ночь. Кажется, кто-то хочет меня подкупить. Не так ли, Франко? Кто? Я? Да ни в коем случае. То есть ты преподал ей урок? Естественно. В тот вечер я отвел ее в отель. Ну и шлюха. Теперь она моя жена. Отличная вещь.